присед в бок с отступом. Погнали. Каждое, все эти упражнения я буду делать в 4 подхода, да, но с вами сейчас я сделаю по одному подходу каждого упражнения. И опять же, количество раз на присед зависит только от вас. То есть, если вы достаточно натренированы, если вы хотите хороший результат, если вы работаете с маленьким весом, то вам нужно делать больше повторений. Если вы с каким-то большим весом работаете, да, то вам можно сделать меньше повторений. Если вы вообще новичок, можете делать меньше повторений без дополнительных нагрузок. Итак, погнали. Присед в бок. Вот так он выглядит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У дома такое жарище вообще. А, очень жарко. Майка вся у меня разлетелась. И на вторую ногу то же самое делаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Я, наверное, открою окошко или вообще разденусь. Я так в последнее время привыкла заниматься вообще без одежды, потому что, ну, на самом деле очень-очень дома жарко. Это очень жаркая квартира. У нас несколько батарей отключено вообще сейчас. И даже, несмотря на то, что на улице минус 30 градусов, у нас прямо жара. В спальне отключены батареи. И еще окно там приоткрываем, чтобы вы понимали. Так, чуть-чуть отдохнули. Погнали. Следующее упражнение будет двойной присед. Двойной присед – это когда мы пружиним два раза внизу. И на двойном приседе, если у вас болят колени, то такие упражнения лучше не делать, и лучше их вообще исключить из своей тренировочной программы. Садимся низко, делаем 15 раз. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Представляем, что сзади нас стоит стульчик, да? 7, 8, 9, 10. Это вас не видно. Хочу на вас смотреть. 11, 12, 13, 14, 15. Так, дальше. Дальше, там даже есть те, кто смотрит меня, всем привет. Я провожу тренировку в прямом эфире. Для себя самой, наверное, скорее всего. Далее, следующее упражнение будет тяга. Тягу на этом упражнении очень многие не знают, не понимают техники. Я помню, тоже вообще не понимала, что это за упражнение, и вообще нафига его так делать. В этом упражнении мы чуть загибаем колени, чуть-чуть, прямо вот так вот. Мы ставим перед собой какой-то утяжелитель, да, классно, если это штанга 20 кг. И мы опускаем этот утяжелитель, лопаточки сводим вместе, прямая у нас идеальная спина, прямая, лопаточки сводим вместе, и мы опускаем вот по прямой, видите, по прямой вот опускаем нашу тягу и поднимаемся обратно. То есть у нас нету вот такого упражнения. Ноги вот так вот делают, либо вот так вот. Тоже мы так не делаем. Спина прямая, лопатки свели вместе. Чуть подсогнули колени. И таз отводим при этом назад. То есть у нас работают тут ягодичные. И пусть они у меня не такие большие, совсем маленькие, но зато аккуратные и упругие. Вот, поэтому погнали, делаем это упражнение. Я буду тоже делать 15 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15. Так, мне опять жарко. Фу, я еще тут волосы распустила. Типа красотка такая. Ну что, вы просто смотрите или вы тоже занимаетесь? Напишите мне что-нибудь хотя бы, я посмотрю потом. Фу. Так, следующее упражнение. Мы сделаем еще одно упражнение на ноги. Потом у нас будут 3 упражнения на ручки. Обычно я за такую тренировку делаю 8-9 упражнений. За домашнюю, если она на все тело. То есть, как правило, например, это там 3 на ручки, 3 на ножки, там 2 на пресс. Вот такой расклад. Или смотрю по обстоятельствам, что больше требует меня, что больше требует нагрузки. Вот. Следующие упражнения у нас будут. Это перекаты. Мои любимые, они прорабатывают внутреннюю поверхность бедра, которая у многих очень проблемная. Мы прямо вот садимся, знаете, с одного на другую. С одной ножки на другую. Вот. То есть не вот так вот мы делаем. Есть вот такое упражнение, тоже есть. Но вот это вот упражнение, оно, конечно, покруче будет. Когда мы садимся с одной ножки на другую ножку, да? При этом мы тоже стараемся отвести таз назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Опять же, у кого больные колени, такие упражнения не делаем, да? Делаем все упражнения, которые не задействуют колени. Вот, можно вообще попить водички, я пошла за водичкой. Это единственный мой свободный угол, да, на фоне которого я могу для вас что-то снять в этой квартире сейчас. Вот, во всех остальных местах такой достаточно бардак. Так, следующее упражнение у нас будет на ручки. На ручки мы сначала берем тоже любые утяжелители. У меня марафоны, девчонки, знаете, что используют? Бутылочки с водой, пачки с крупами, да, тут хорошо помогает гречка, пачка сахара у кого-то. У меня вот нет такой, например, пачки сахара, но гречку найду. Кто-то берет тяжелые книги, если прям, да, совсем никакого инвентаря нету. Кто-то берет, знаете, есть такие большие, такие небольшие, а тяжелые такие статуэтки различные дома у кого-то. И такое тоже было, да, то есть взяли там либо одну, если, например, возможно, да, там, например, мы 30 скачаем, можно одну какую-то, один утяжелитель взять. Либо 2 какие-то одинаковые фигурки. В общем, кто хочет, тот ищет возможности, да, кто не хочет, тот ищет причины. Далее мы будем делать упражнение на ручки, но это будет упражнение на дельты. Дельты – это вот эти вот пучки, которые здесь у нас есть на плечиках. И, пожалуйста, не бойтесь перекачать руки, не бойтесь, что они у вас будут как у качка, они у вас никогда такими не будут. Вот. Но когда ручки красивые, не висячие, ухоженные, рельефные, это сразу заметно, это сразу видно, и это смотрится очень красиво и эстетично. Поэтому обязательно делайте упражнение на руки и занимайтесь как с руками, так и со спиной. Итак, погнали. У нас упражнение тяга к подбородку. В этом упражнении мы стараемся локти тянуть в потолок. То есть упражнение вот он. Вот. Многие ошибки, да, какие делают? Вот так. Либо там вообще вот так. Либо там, я не знаю, либо только кистями как-то вот так вот тянут. В общем, это неправильно. Мы тянем локти в потолок. Погнали. Делаю 15 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Дальше. Следующее упражнение будет ваше нелюбимое, мое любимое. Это отжимание. Отжиматься будем с прямых ног. Кто не может отжиматься с прямых ног, отжимается с колен. С колен отжиматься намного легче, но технику тоже нужно соблюдать. Давайте я вам покажу, если там меня вообще видно.
когда я буду на полу. Резинка, кстати, мне уже не нужна, я просто ее пока что-то забываю снять, потому что нету на это время. Время вообще никогда ни на что нету. Если вы отжимаетесь с колен, как делать неправильно? Показываем. Какие ошибки я наблюдаю постоянно в своих марафончиках? Вот это вот. Это нет, это мы так не отжимаемся. Далее, какие еще бывают ошибки? Я даже вот когда знаешь технику сама правильно, даже можешь показать, как делать неправильно. Ну, вот так вот как-то, я не знаю, делают иногда. Что делаем мы? Мы делаем тело одной прямой. Тело у нас одна прямая от колен до макушечки. Мы подкручиваем таз. И держим поясницу прессом, да, то есть мы ее не прогибаем, мы ее не делаем. Мы ее подкручиваем таз, руки у нас стоят под грудью, и мы начинаем отжимание. Да. Руки у нас стоят широко, не узко. То есть есть два, ну, либо три варианта отжимания. Если мы ставим узко руки, то мы должны локти отводить назад. У нас тогда работает трицепс очень хорошо. Если мы делаем широкую постановку рук, у нас работают другие мышцы. Поэтому, ну, я сейчас буду делать отжимания с широкой постановкой рук. И, соответственно, кто не может прямых ног, отжимается в таком вот положении с колен. Ну, я сейчас покажу несколько раз, да? То есть, классно касаться грудью пола. Кто не может, ну, хотя бы там чуть-чуть, да, отожмите. Это параллели с полом. Вот. Силачи. И у кого натренирован верх корпуса, отжимается с прямых ног. С прямых ног мы, в принципе, принцип тот же самый, да? Даже многие девчонки, что как неправильно делают, вот это вот, вот так вот, да, как-то там пробуют, я не знаю. Опять же, прогибаются, тоже прогибаться нам не нужно. В этом положении, у меня какие-то крошечки бесят, если я его вижу. То есть в этом положении мы, опять же, подкручиваем таз. То есть таз у нас подкручен, держим их прессом. Здесь очень такая хорошая идет нагрузка прессом. Я уже так устала стоять на руках, что буду отжиматься. Я буду отжиматься 10 раз. И у меня будет 4 подхода таких. Погнали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Это упражнение тоже на ручке. Его очень классно делать, когда у вас нету никакого инвентаря под рукой. Фу, наконец-то я снимаю эту резинку. Так, и следующее упражнение. Тоже на ручке. Мы сделали дельта, отжимания. И будем еще делать трицепс. Трицепс мы сделаем в наклоне. У нас предплечье прижато к телу, да, вот так. И работает только часть от руки до локтя. И мы делаем вот такое вот движение. То есть руки выпрямляем полностью и приводим их обратно. Погнали. Спина прямая, лопатки сведены вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так, и осталось еще, я сделала 4 упражнения на ножки, на ноги, на низ, на ягодицы, 3 упражнения сделала для рук, и сейчас я делаю еще 2 упражнения на пресс, и в принципе все, это будет один круг тренировки. И таких нужно будет сделать еще 3. Итак, погнали, упражнение на пресс. Я хотела бы сделать, конечно, колесо, но я знаю, что у многих такого инвентаря нету. Поэтому делаем классический пресс. Классический пресс, его можно сделать тоже в разных вариантах. Ну, как бы смысл один. Мне вообще видно там. То есть можно сделать классический пресс, когда у нас ножки стоят на полу, и мы просто... Ну, вот так вот поднимаемся, да? Опять же, подниматься не нужно до конца. То есть нам достаточно подняться до 45 градусов и почувствовать, как скрутился наш пресс. Вот. Можно поднять ножки при этом, немного так по-другому подключатся мышцы, да?
Что еще можно? Можно сделать то же самое, только вот такого плана, да, пресс. Можно сделать пресс с остановкой. Раз, два, три, четыре, да? То есть, в принципе, любой вариант пресса... Слушайте, чтобы мне по полу так дует, конечно. Надо прикрыть. Что-то делаем. Мы когда на пресс прикрываем окошко. Вот. Итак, я буду делать классический пресс. 20 раз. Погнали. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Двенадцать. И еще одно упражнение, которое я тоже сделаю на пресс. Это будут ножницы. Ножницы мы поднимаем ножки прямо чуть от пола. При этом поясница она должна быть прижата. Нет, это я сейчас пробую. Так, короче, делаем ножницы. Поясницу прижимаем к полу. И делаем махи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Можете до 60 посчитать, можете посчитать до скольки угодно, я вот решила посчитать до 45. Но хочу сказать, что между упражнениями, конечно, нужно чуть-чуть отдыхать. Это я сейчас так на одном дыхании это все так сделала. Но с отдыхом будет намного продуктивнее. Поэтому я пошла отдыхать и делать еще 3 круга. Большое спасибо, что были со мной. Всем спорт, всем вкусных, полезных приемов пищи.